Гром для домохозяек грянул, когда на сайте Роспотребнадзора появилось сообщение о том, что западные компании, открывшие заводы в России, продают токсичный порошок. К этому выводу эксперты ведомства пришли накануне. 28 июля в территориальное управление разосланы соответствующие письма. 19 августа поставлены в известность ритейлеры, но только сегодня крупные торговые сети стали очищать полки от стиральных порошков и моющих средств. При исследовании стиральных порошков и моющих средств ряда производителей установлено несоответствие по токсикологическим показателям безопасности. Партии продукции, которые не соответствуют этим установленным требованиям и это несоответствие подтверждено лабораторно, будут сняты с реализации. Под угрозой исчезновения с полок магазинов оказались самые популярные марки стиральных порошков, к которым давно привыкли потребители. Средства для мытья посуды, по уходу за паркетом и даже жидкое мыло. Ритейлерам предложили изъять товар из оборота с целью, цитата, «недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан». Сами граждане к такому повороту событий оказались не готовы, но оптимизма пока не теряют. Очень плохо вообще без порошков. Порошки очень нужны. Все. Мыло есть на крайний случай. Я надеюсь, мыло не уничтожит. Ну и все, и постираем. В стоп-лист Роспотребнадзора попали моющие средства, выпускаемые как в России, так и за рубежом. И непонятно, окажет ли какое-то влияние запрет на продажу на цены. По крайней мере, ритейлеры уверяют, что доля убранных с полок товаров пока несущественна. Производители бытовой химии в растерянности, ведь изначально вся их продукция проходит жесткий предпродажный контроль, как собственный, так и со стороны Роспотребнадзора. Товары бытовой химии обязательно проходят так называемый дорыночный контроль, и Роспотребнадзор в обязательном порядке их проверяет до выхода на рынок. То есть пока он не проверит, этот товар на рынок не попадает. Небольшой завод в Алабино. Здесь работает всего 70 человек. Плановую проверку Роспотребнадзора он проходил этим летом. И никаких замечаний по токсичности к их продукции у ведомства не было. Но в итоге предприятие все равно оказалось в черном списке. Мы узнали о том, что как бы мы наряду с нашими транснациональными компаниями оказались как бы в списке, да, предприятий, которые что-то нарушают. Конечно, очень жалко, что наше маленькое российское предприятие принесет финансовые убытки. Для крупных международных корпораций при их многомиллиардных оборотах запрет Роспотребнадзора, конечно, не так заметен. Но и они пока не могут понять, почему ведомство ведет себя так жестко и так стремительно. Мы имеем письмо от Роспотребнадзора в розницу, которое фактически остановило продажи тех самых товаров, которые в нем упомянуты. Зачем это сделано, мне лично непонятно. На мой взгляд, целесообразно все-таки вести диалог с производителем, а в этой ситуации получается, что производитель об этом узнает последним. От дальнейших комментариев в Роспотребнадзоре пока отказываются, так что сейчас непонятно, будут ли товары, попавшие в стоп-лист, запрещены для ввоза из-за границы, и как поступать с теми товарами, которые уже производятся на территории России. Сергей Холошевский, Денис Шуйский, Александр Викторов и Алексей Червяков, телекомпания НТВ, Москва и Московская область.